Ёбаный. Оба. Как могу, блядь? Оба. Оба, нихуя. Здорово, чатик, приветик, пацаны. И пацанессы, конечно. Нельзя 3-1, 3-2 раз. Осуждаю. Да как, блядь? Что нахуй? Нихуя не понял вообще. Что ты делаешь, чел? Почему он сюда смотрит? Почему он сюда смотрит, блядь? Че за бред, блядь? Блядь, ты че, серьезно? В прицеле в снайперке, блядь, идет. Что ты делаешь, блядь, чел? Блять, это что за отскок? Это что за, блядь, отскок, нахуй? Я специально краешек, блядь, ударил. С М4 чел на крыше сидит, блядь. Смотрим им панч, блядь. Вот как он попал, блядь? Ну каким нахуй образом ты попал, блядь? Ну каким, блядь, образом ты попал, блядь? Ну у тебя все ебло трясется, блядь. С невероятной силой, блядь. Каким нахуй образом ты попала, блядь? Как не убил, блядь? Как не убил, блядь? Охуеть, я в него понапопадал, а он, блядь, не сдох. Ну конечно, конечно. Да, блять, ну нахуй я кидаю какую-то гранату. Ебать, за возвращение своего жетона 250 дают. Ебать, неплохо. Не, это читер сто пудов. Это, блядь, стопудовый читер. Вот этот его брефич, это просто пиздец. Это просто пиздец. Это именно просто пиздец. Вау, как ты по АФКшникам стреляешь, блядь. FC Sound, мне классическое МВ. Windows Media Player. Тебе в помощь. Понял. Какой, блядь. Ебать, я выскочил, блядь. Промсить. Ебать, какой аук дерьмище, пиздец. Вот как не убил, блядь? Вообще ж нормально по нам попадал. Ну вот сколько нам попасть, блядь? Я 5 раз с него попал. Че за, блядь, бред? Охуеть. Блядь, он все еще тут стоит. Он просто АФК, блядь. Пимав кого-то. Пимав. Ламыч, разбавим, пожалуйста, ошибку от сезона, больше так не буду. Давай глянем. Забанен мною. Забаньте, плиз, Пипега. Сам попросил тебя забанить, тебя и забанили. Нахуя просить забанить, чтобы потом донатить, просить разбанить? Ты че, дурак, блядь? Просто профессионал, блядь. Ой, блядь, зашел, я в касты с дробиком. Блядь, не взорвал. Охуенное оружие. Не, дробик должен ваншотать, но не на такой дистанции. Чего, блять? Что это за хуйня сейчас была, блять? Вот с чего он меня убил, блять? Ну, с М4 же, по-любому, блять. Потому что с другого оружия невозможно так убить. Просто не знаю, где я, блять, выпрыгнул, он нахуй шотнул меня. Заебись, блять. Бля, как все эти высосут хуйца огромного, когда все это занерфят. Как же они высосут, пиздец, всю мою сперму, блять. Ты что делаешь, блять? Ебать, МонКС. Да умри уже, блядь. Ау. А, там первые левелы. Ребята, блядь, только в игру зашли, блядь. Лол. Враг в прицел зашел сам, блядь. Блядь, все попиздили. Ай, горю, пиздец.
Понял? Понял? Понял. Он с коряком, блядь. Смелый, блядь. Пацаны, без хуйни, без хуйни. Without хуйня playing. Так, ну-ка. Профессионально, блядь. Ясненько, профессионал с дробом. Ждал своего часа. Жижи. Хуя. Это у меня, блядь, так прицел дергается? Ебать. Какой же конченый, блядь. Ой, я и разошелся, блядь. В смысле сзади, блядь? Там вообще все свои, блядь, были. Блядь, их вообще не импанчит, что ли? Победа в один поинт. Блять. Ебать, я кривой, блять. О! Блять. Это фиаско, братан. Я коробку с боеприпасами вниз выкинул. Бум! Ну, еще одно поймали, нормально. Нормальный рейндж, блядь, ваншота. От бедра хули вообще. От бедра вообще, блядь. Я бы еще понял, если бы он прицелился. Похую от бедра, ебаный. Сидит, блядь. А как мне мина задела? Я сзади мины стоял. Я сзади мины стоял, блядь. Че меня убило? Ну чисто сетапчик нормальный. М4, дробик и две мины. По-моему, идеальный сетап вообще. Ну и дробашек. Он вот так вот причем играет вот так вот, блядь. Вообще нахуй. Ну вдруг выскочит кто-то, блядь. Надо же ваншотнуть, ебаный. И победа вместо обеда, блядь. На нахуй. Блядь, придрейдер, сука! Нормально. Здорово. Ау. Бать, он, это он без приклада, блядь. Охуеть их им панчит, но им похуй, они все равно попадают. Ну, это М16, блядь. Ага, так, так. О, подумаю. Зажму. Ай, блядь. Ай, сука. Ай, еще подумаю. Ай, блядь, убили что-то. Ай, досадно как-то. Ай, блядь. Ай, блядь. Бать, навоняли хуйней какой-то. Да отъебись ты, блядь. Здорово, Ламар, как мысля насчет пупок? Вот, блядь, вот, все, чел, успокойся, короче. Отлично! Эй, пупк, блядь. Эй, блядь. Эй, сейчас бы на говно посмотреть, говна поесть, блядь. Блять, вкуснотища-то какая. Чё там? Ну вот, заходим на Twitch, блять. Чё там? Вот Дренис в PUBG играет. Отличный стример, заходите, смотрите. Какая вам разница, блять, от кого PUBG смотреть, блять? Здорово. А, ох, кто кого? Чё ты, блять, делаешь? МП5 и дробаш, блять. Блять, мне бы так стрелять охуенно. Да-да-да. Блять, чел, какой же ты дурак, блять. Я играю в игру компьютерную, отъебись от меня, блять. Я тебе ничем не обязан, абсолютно, блять. Ну чё там по папку? Бля, заебал, ну го азиков хотя бы, бля, бля. Чел, другие стримы есть, пизду их смотреть. Ай!
Блять. Оп, флешечку кинул, оп, от бедра, блядь, хуйну, блядь, сука. Вижу движение. Заебись. Блять, охуенная игра, Чел понял, что я здесь просто потому, что, блять, мой ебаклак сказал, блять, что-то. Охуенно. Зато видит движение, блять. Да. Блять, ну это настолько профессиональное оружие, это пиздец. Просто охуеть. Блять, это... Нет, это просто самая конченная степень игроков, которые понимают, что вот это оружие дисбалансное. И его обузят максимально. Это, блядь, это самые конченые игроки, блядь. Типа, блядь, они этим считают, что они пиздато играют. Да. Главные улицы. Ладно. Бежал с дробом и умер от дроба, блядь. Я ранен. Блядь, он сидит с М4, да? Ёб твою, это просто пиздец, какой же ты хуёвый, блядь. Ой, блядь, какой же ты хуёвый, это просто пиздец, насколько же тебя жаль, блядь. Дробиком сидит, блядь. Я же присел. Охуенно, на игре это не показало, блядь. Ну вот чё, нахуя так далеко резать? Вот игра могла меня резнуть вот здесь, например. Да, блядь. Вот, клейморчик сюда, блядь. Опа, ага. Бам-бам. Красиво, блядь. Я вон куда забрался, блядь. Как ты здесь, блядь, уже? Почему я его не слышу, блядь? Почему я его, блядь, не слышу? Как он зашел ко мне, блядь, в дом. Почему я этого не услышал, блядь? Когда мертвая тишина, у него экран белый. У него не было белого, блядь, экрана. Ты же это видел, блядь. Нахуй ты это пишешь, блядь? Как же бесят дробаши. ПМ4. Я хочу играть в военку. Я хочу играть классический, блядь, Call of Duty. На маленьких картах бегать, что-то там, блядь, стреляться, там, пиу-пиу-пиу, команды боя, блядь, там, что-то, блядь, жетончики, блядь, еще что-нибудь. Я не знаю, какие, блядь, слова подобрать, кроме этого. Блять, разочарование, нахуй. Все, в ебак ему попал. Здорово. И разворотик, блять. Оп, уяк, блять. Жетончик сюда, блять. Поинт туда, нахуй. Я даже быстрее стал стрелять. Почему я пристрелял, блять? Чел скопировал мой класс. Но я стрелял первый. Почему я проиграл? О, ебать, профессионал, он, блядь, здесь лежит. Он здесь лежит, бля, я ему наебало упал. Все, правильно? Танька зашла, говорит, можешь орать, котик проснулся. Сидим, блядь, на жопе, сука, с пулеметом. Гандон, сука, ебучий, блядь. О, я же орать могу. Так лучше. Отличная работа, солдатик. Может, о, НВС ходим? Браво, Сикс, Гоин Дарк, блядь. Алло, прием, блядь. Ночная операция, блядь. Что там? Блять, как вы заебали, блять. Может то, а может это, нахуй. Может, блять, пупку пойдем, блять. А чё, года пое? Еду давай мне. Вот пока тут стоишь, могла бы уже еду сделать. Враг возле грузовых контейнеров. Подтверждено. Чё, блять? Вот я его сейчас не слышал.
Зато он меня прекрасно слышал. И прекрасно слышал, заряжаю, блядь. Зачем? Ну реально, зачем? Это хуйня, ну с тем, что ты слышишь, что говорит враг, а повторяется в Call of Duty уже четвертый раз, блядь. Я серьезно не понимаю, почему, блядь, так сложно учесть такие нюансы, блядь. Не знаю, на этапах разработки, блядь. Да, блядь, этот реализм нахуй никому не вперся, блядь. Для любителей реализма есть отдельно говёная, блядь, игра, называется Tarkov, блядь. Вот. Ага. То есть по нему он не стрелял, но по мне он постреляет. Гений. И жетон не заберет, блядь. Это реально гений какой-то. Хуя я разъебал, блядь. Дымоход. Сколько стоит шмот? Дымоход. Дымоход. Всем привет, блядь. С вами Саша Великолепный. Подписывайтесь в ТикТок, блядь. А еще есть второй канал, блядь, Дымоходик. Где вы можете найти еще больше видео, блядь. А еще у меня есть канал свой, блядь. Там я снимаю, блядь, свое супер шоу, которое называется «Сколько стоит хата?» Хэтчери. Чат, смотрите, кто-то живет в хэтчере, кто-то живет в Нексусе, а кто-то живет в командном центре. Тут уж сами решайте. Ебать, я вообще нихуя не понял, что происходит. Нихуя не понял, очень интересно. Блять, реально сложно что-то понять, когда у тебя ник укроп. Это что, блять? Персональная разведунька. Дверку закрыл, хули. Открывай, блять. Не загораживать вход. О, они пофиксили. Чат, они пофиксили. Теперь гранаты не прилипают к дверям. Ебать, вот так вот. Дробашек хули, конечно. Альфа, блять. Вообще не спринтует, идет. Только, блядь, охуеть. Просто, блядь, какой же он молодец. А там три члена, блядь, члена, нахуй. Реально члена. Ебать урончик в натуре. Убийство по этажу на цель. На четверых, блядь, нахуй, блядь, сплёжу. Просто четыре строки, блядь, фу. Понял. Профессионально, профессионально. Блять, это просто репорт, блять. Нахуй, за накрутку, блять. Мы победили. До вас, ля, снайпер какой. Ля. Мам, get the camera, блядь. Бау. Понял. Настя Зигота. Ну, с таким ником только с М4 играть, блядь, и вправду. Блядь, как же вы играете охуительно? Один вылезет, другой спрячется, а другой спрячется, другой вылезет, оба спрячется, оба вылезет. Чего, блядь? Ой, боже, блядь. Можно еще орать, да? Понял. Заебись сидишь, браток. Заебись сидим. Мы под обстрелом. Всадник 3, блядь. Всадник 3, пипега 4, блядь. Мы под обстрелом, ёбаный рот, блядь. Нужно прикрытие, блядь. Таня, прикрывай. Ай, блядь. Ай, блядь. Хуй. Спасибо за прикрытие, блядь. Блядь, нихуя не понял. Чё это? А, блядь. Шмотки мелкой. Ага. Понимаю. Ну вот дефолтный юзер М4, в принципе. Я не знаю, сколько надо снюса себе под губу запихать, осуждаю. И обдолбиться, блядь, шкреченой всякой, блядь, чтобы написать ник Настя Зигота, блядь. Хавчик нам приходит, хавчик нам приходит. Где мои келы?
Свои, блядь, не убивай, блядь. Заблочил союзник. Спасибо за то. Спасибо за все. Спасибо за спасибо. Спасибо. Я Настя Зигота. Да, целишься. Понятно. Тупо отдыхаем с М4, блядь. Блядь, что нахуй? Вот как, блядь, вот что? Время на исходе. Противник в движении. Просто идет, блядь. Все, блядь. Мы победили, ёпта. Так ты сама сказала, орать можно. Быстрее давай. Блядь, побежали, чат. Хуя 26 жетонов? Да я победа своей команды. Ужас, блядь. Чё там, блядь? Кого, блядь? Ну, Гой и Нотика посмотрим. Охуеть. Охуеть. Охуенно, когда тебя убивает бот. Прекрасное чувство. Ой, нихуя там какая менюшка. Вау, блядь. Типа турнир мировой, пиздец. На котором Санок будет играть. Как тебе обзор Дрюка на колду? Абсолютно согласен с его мнением, что, блядь, впервые за историю колды охуенный ганплей, но все это подано, блядь, вообще в пиздец гнилой хуйне, блядь. Ну, в плане карт, говно, блядь. Я хочу Сирич досмотреть. Хоти. Прошло 4 минуты, и Енотик по факту только сейчас начал разыгрывать. Вот к чему такие огромные задержки, блядь, все еще в папке существует. Нахуй, въебала. Куда же ты мне еще дашь? Только въебло. Ты меня дожишь, мне поебать. Ты, бля, в упоре, мне поебать. Ты на ранже, мне поебать. Да ты за деревом, мне поебать. Ты за тачкой, мне поебать. Ты за стенкой, мне поебать. Въебало тебе, мне надо дать. На, сука. Нихуя, блядь. Вот так вот. Бля, стрелок, блядь. На нахуй. Бля, что же у тебя еще? Я это предвидел. Конечно, блядь. Какое же оружие у тебя еще должно быть? What the fuck? Который не закончился. Не, в Апексе стрельба вообще уебищная, да, пиздец. Здорово, Ламыч, здорово, чат Ламыч, кул, хай, шо? Здорово? Это рейд? Енотик, чё тебе, Рагнарос, блядь, чтобы рейдить его или чё, блядь? Чё, хоть жру? Классику? Макарошки с котлетками? Ща. Бля, какая же охуенная игра. Енотика нахуй ваншотнули с дроба, но енотик ебанул. Ну прям два раза видно было, что ебанул нормально. Ну один шот промазал, ну типа, блядь, бывает, да? Но два раза же, блядь, нормально ебанул. Енотук поебал, стук. На, сука. Еблотиная, блядь. С иглы. Ланыч, как относишься к японской кухне? Хотел бы попробовать какой-нибудь рамен, там, порции попить. Чел, если еда есть, я ее ем. Все, вообще похуй какая еда. Главное, чтобы не китайская. Хотя, подожди, вот эти всякие воки, это ж китайская еда, да? Вок. Это чё? А, если вок китайская, то, в принципе, нормально. Ой, блядь, сижу так ебёт это неистово, блядь. Ух, мощность какая пошла, блядь. Ой, блядь. Какой же сильный стрелок. О, лежит тупо, ему по кайфу. Чё-то, блядь, похавал, так разморило. Прям, блядь. Причём немного, на самом деле, поел. Заморил червячка, так сказать, ёбаный рот. Но тут герой с М4, блядь. А, М4 дробаш. Бля, я их, пожалуй, всех репортить нахуй буду. Да, блядь, какой запрос, друзья, блядь? Жалоба, нахуй, нечестная игра, блядь. Так, так, ага. Сижу на респике в домике, мне охуенно. М4 в руках, мать, блядь. Сами решите, где мать. Ему похую, он там сидит просто до последнего, блядь. Пока хули электричество не выключит, или интернет, блядь, я не знаю. Или еда, блядь, в доме. Даже не знаю такой. Ой, как хорошо. К
Как же хорошо. Ну конечно, ёптыть. Ну конечно, блять. Чел просто ходит, блять. Противник в движении, я буду в зоне поражения, блять. На! О, еще один, блять. Минка, блять. Здесь минка, блять. Везде, ебать, мины, нахуй. Везде мины, блять. Везде, блять, мины. И приседания, оказывается, от этой мины не спасает. А в Black Ops 2 спасало, блять. Да-да-да. Всю жизнь будешь сидеть в блядском, сука, доме, обставишься с минами, хули. А, короче, тоже в дом сесть и в ФК сидеть, я так понимаю. Да-да, отъебись, блядь. А почему она меня взорвала-то? У меня же сапёр, блядь. У меня перк сапёр. Вот справа даже написано, блядь. Вот здесь даже написано сапёр. Почему меня ваншотают мины, блядь? Которые я сам обезвреживаю, блядь. Это где эта мина, блядь, стояла? Она внутри дома стояла. Нормальный рейндж, блять. Здорово, хоп. Собираю жетончики, как водопроводчик Марио. Йоу. Самое главное сказать йоу, похуй. Можно даже не в рифму, просто главное спиздануть что-нибудь. Бам, пошла скиллуха, блядь. Бам, ебать, золотой дробаш, блядь. Тупо наша гордость, блядь. Что у меня попало, блядь? Вообще ничего не понял, что под конец матча происходило. Вообще ничего не понял. Сколько у вас фов? А, приветствую ПТ годом. У меня фов установлен на отметке 100 единиц. Приятного просмотра, господин. Со мной на ты можно, чел, блядь, мне 24 года. Играть слишком сложно. Так не играй, ёбаный. Да, блядь, дайте пострелять нормально, сука, боже. Блядь, все, я нахуй кемпить. Блядь, все, заебала эта хуйня. Я, блядь, в позиции, нахуй. Все, блядь, ожидаем. О, блядь, пора выйти. Бам. 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 Заебись. Все, опять в позиции. Я играю в Call of Duty, пацаны. Все нормально. Как это следует играть, блядь, в новую игру? Вот это, вот такую вот, блядь. Он, наверное, не ожидал. Ай-ай-ай, хорек убивает. Ну заебало реально, потому что это дрочь, блядь. Они просто сидят, блядь. На нахуй. Пятерых ебанул. Блять. Все проебали, сука. Блять. Блять, чуть-чуть не хватает на ИСИшник. Блять, не набил на ИСИ, сука. Там вообще по пизде, бля. Че ты тут, блядь, ставишь, блядь? Сейчас, секундочку. Да-да-да, вот сейчас взорву, блядь. Ну давай, давай, пробегай. На нахуй. Кукуськи, ёпта. Куда, блядь? Какую музыку предпочитаешь? А, Фейса, Биг Бэйби Тейпа, блядь. Оксимирона, нахуй. Чё там ещё, блядь? Чё там? Обладает. Чё? Давайте, напоминайте, чё там, блядь, ещё. Скриптонита, да, нормально, нормально вообще. 14 FPS. Не, нормально, раздуплилось. Я думал, мы сейчас, блядь, поиграем. Да я всё подряд слышу, кроме русского рэпа. Чё, наверху сидишь, да? Блять, какой молодец, блять, просто, блять. Ой, блять, просто. Даже не снайпер, похуй сидит, блять, наверху. Че так? Похуй, ну. Все, чат, никто не орет. Ну тогда точно надо в поешку пойти играть. Можешь посмотреть предыдущие ролики.
И не забудь подписаться на канал, чтобы не пропустить новые.